Господи, что это? Это картина Мартироса. Это армянский художник. Родился в 40-х. Ясно, какой стороной повернуть? Я вешал вертикально. Современное искусство, никогда не знаешь, какой стороной повернуть. Мартирос Манукян родился в 47-м году в Ереване. Его талант позволил ему вступить в Академию искусства сразу, насколько я вижу, это действительно оригинал. Здесь видны слои красок. Это не шелковый трафарет, плюс есть подпись. Я ни капли не сомневаюсь в подлинности. Сколько она стоит? В галерее эту картину можно было бы продать за 60-70 тысяч. Могу дать 10 тысяч. Минимум, на который я согласен. 30-35 тысяч. Я готов дать 10. Тогда я ее не продам. Спасибо, что пришли. Вам спасибо.